Что, замес, что ли, другой там? Не знаю. А давно стало запускать? Час Смысле? назад. А, час назад. Чай, ёлки, да собираю, еще раз попробую. Ебать, сколько зла бежит просто. И оленей крови. Нет, просто столько зла. Просто ты троллишь ее. Ой, рано нажал, короче. Селфи, мне очень-то февраль тебе. Просто смеет издеваться. Не получилось, да? Нет. Алена, как ты так быстро связалась с администрацией, я не понял. Я не с администрацией, а с этой, с модератором на форуме связалась. Модератор же не в курсе. Он же модератор. Ну я могу, конечно, еще и напрямую техподдержку написать, но вряд ли они мне сейчас в такое время ответят. Они тебе в 7 утра ответят. Ну вот. Точнее, с 6 до 12 дня. Ладно, посмотрим, может босс что-нибудь идет и зайдет. Кружки пока. Га.
Почему, обладая 700 меткостью, я персонаж не попадаю в грудь? Это как-то совсем сурово. Наверное, потому что он далеко уходит. Здесь какой-то порог попадания. Стронги, наверное, мудрят. Бьют. Потом хоп, опять стоп, урон. Наверное, рассчитываю, что все это сблиги проведут свои дети. Да, да, стоп, урон я видел тоже. И они такие самые умные. Бич, там. Ну, сейчас он будет, где, когда на Т подойдет. Ну, сейчас нормально было. Исчез. Вперед. Мне сегодня говна сожрали. Не говорим. Бегают просто пиздец. У которого пол хп, на нем стаки висят. Грац. Путник мой волшебный. Чё, Грац? А, я думал, ты добил. Ага, блядь. Ч
Сейчас путь твой волшебный, чем сделан? Я, блядь, всех оленей останавливаю. Думаю, что их останавливаю. А, ты не стал бить там тех, кого мы остановили за... А что, там был олень, да? Там был два оленя. Вот два оленя. И там был два оленя возле горы. Сука, стоп урона от меня вымораживает, сука. Меня так лагает, еще когда они начинают резко бить, это вообще пиздец. Хрен просто, что рано ударишь, что нормально, как сейчас, все равно не добиваешь. Просто один удар успел сделать со статами. Добить. Толку, я всегда бью нормально. Никогда не добиваю. Прям какой-то рандом. Рандом. Нет, неудачно. Ну, Лапик уже забрал двух оленей. Ты откуда знаешь? Он писал в эту кругу. Он всегда пиздит, он же пиздобол номер один. Не, ну, номер два, может, номер три, не знаю. Это номер один. Крыс. Ох, вчера мы с ним... Хард. А, да, кстати, Хард, ты чё забыл? Ну, Хард свой пиздобол. Он не в счёт. Вчера, блядь, с крысом мочились в этом. На 40, короче. Вообще было такая веселу. А? Параш? Нет, асуры. Ну это ивент, короче, где закрывают людей, короче, вот видите, неограниченно по кате. И мобов надо бить, получается, там типа вклад на них. Так он меня заебал. Почему я не попадаю? Дротик ядом, что ли, бросаешь? Дротик ебучий. Ну чё, внутренний? Не, блядь, спутник был боёк, в жопе нахуй плетётся. А, ты пытаешься ульту набить или чё, я не понял? Нет. Зачем тебе задрочить? Чё-то не знаю. Стаки. Пиздец, спутник это просто ебланизм тупой. Нахуй его качать, если там, блядь, пары и я не буду. Сука, конченый, бесполезный. То, блядь, охуенен, всегда телепортируется, дает, блядь, притяжку. То пиздец, просто телепается сзади. Дебил, блядь. Я спутником один раз оленя добил. Он с саками его добил. Утонул в него это. О, конец. Блять, притяни, сука, дурная. Сейчас мой спутник здесь же бегает. Бьет. Ура. О, двоих. Угу. Блять, надо, короче, пробовать добивать другой глиды. Уй. Сколько ебал пробовать, он такой медленный просто. Ну кто сейчас ульту, короче, набил. Офигенно. Я не успел набить. Ой.
Ты дальше побежал или бьешь? Я ж его промазнул. Тяжко, тяжко. Вот какой, блядь, блядь, хуй получит хуй. Народ много. Один фиг получит хуй. Что с этим делать? Ты слышал, как здесь 1-го и 31-го добивали оленя? Нет. Я вообще угорал. Короче, просто за 6 минут добили всех оленей. Всех до единого. Убивали, короче, королевского. Странгети придумали. Я видел. Да, убивают королевского и массухами просто всех, нахуй. Я там одного оленя. Я ни одного не убил. Ну так, так и надо, его так и не бьют. Как у нас на уебанском сервере. За ними бегают. Тема, где, блядь, бегать надо два раза туда-сюда по всей карте. А то и три. Русский он способен такой сюда мазает для дня. Ну блять, притянись ты, ебен в робин. Пиздец, хуй, да. Ну, а протянулся. Но я видел цепь. Тут я зря сейчас сделал. Не успел с блигу запустить вторую. Я вот такая же фигня, кстати, я первый дал, вторую не успел. Я с блигу, я набиваю 1-2 стака. Ой, 1-2 комбо. Даю с блигу, срабатывает сет на ярость. Потом, блядь, даю спокойно вторую с блигу. Ну, пытаюсь добить. И хуй. Ничего никогда. Ну, никогда. А, в последнее время вообще не видел. Я всего за всю жизнь 3 оленя добил. Да? Угу. Ты почти как я. Чуть-чуть похуже. Вот последний был позавчера. Хватит с максимум. Шкари, блядь, каждый раз по одному оленю забирается. Такой же, как у меня, и так же скилл на 10, так же он бьет по косарю. Так же я вношу 2 косаря дамага в оленя. Ну, каждый удар в смысле. И один хрен. Блин, не убиваю. Урон абсолютно такой же, как у Шикари. Криты абсолютно такие же, все то же самое. Оленя скакал, я уходу в меня, сейчас добью уже. Блин, блядь, я скакал. А мы впереди добили одного. Вы добили впереди одного? Угу. На моем 10 так просело, все побежали за ним, добили. У меня удар не сложился. Плохо вошел. Рано. Блять, этим плохо, не добиваю, этим плохо, не добиваю.
Королевского Король... вообще никогда не убивал. Ну да, Королевского я только в пати убивал один раз. Ну, в смысле, не я убивал его, видел. Шкари, блядь, за эту неделю двух оленей королевских добил. Один олень уходит за 15 секунд. Помню, прошел. Я не урон прошел просто. Поздно. Но будет потом отсюда по-быстрому свалить, а то опять крутите. Strong Power с Скайлом будет бегать со мной. За тобой? Ага, каждый раз после оленя они за мной бегают. Зачем? Не знаю, сидят с ничем. В прошлый раз вообще на оленях посадили, прикинь, кинули 11 лян и посадили. Бегай белым, блядь. Не-не-не, в смысле посадили. Я твина убивал, мне с твина подошли к этому, к менту и кинули до 11. Твина давно уже убивал, просто он в врагах валяется. Белым надо быть, значит, не кинуть. Сука. Заебал он бегать. Да, блядь, я побежал. Ага. У меня у ворот. Случилось. Все помогало бы удачи, все замечательно. Да, он, блядь, сука. План, блядь, да? Говна выбал. Все, я не успею теперь, блин. Угу, не успел. Ты добил? Просто успел. Чё, теперь можно королевского добивать? По логике, я сестра. Получается, я наношу Глига в одном ударе, в целом, со стаком. Да я понял, но вместе с стаком. У меня ровно два косаря выходит. Никогда не забываю. Там, как я понял, уже дамаг не важно, чисто везение. Шикари уже перестал это объедаться. Он просто мажет яд тикающий. Чтобы кидать на оленя, чтобы тихоньку тику. И, короче, убивает.
Че сейчас все перестали бить внезапно? Странный пиздец, что-то что делать? Ну я вовремя ударил. Это было. Я всегда бью вовремя, толку хуй. Хуйня, короче, какая-то непонятная. Блять, раба, блять, сгонять.